Что там, видно, что ли? Так, и дальше мы обсуждаем эту тему. Все правильно там стоит. Если уже памяти не хватает на телефоне. Вот. Итак, мы возвращаемся снова. Так, описываем. И значит, мухомор — это не наркотики, не думайте. И там, что просто так уходить в трип — это хорошо, я бы не сказал. Трип носит такой, знаете, такой мухоморный трип, если брать, вообще носит лечебный характер. Как бы, ну, создание острых ощущений, да, тоже подойдет, но не каждый выдержит мухоморный трип настоящий, мощный. Это как бы, знаете, такой психологический учитель очень серьезный, который может уничтожить человека. Но при этом сам мухомор не является, так сказать, смертельным грибом, который убивает людей. Нет. Человек сам себя убьет, если он не готов к этому. Вот. Ну а так, в маленьких дозировках нормальных ничего не будет. Итак, снова продолжаем тему насчет трипа. Так, у нас что я видел? Я начал описывать тот глюк. Псевдоглюк, то есть не псевдо, а демо-версию глюка, галлюцинация визуальная, да? Как бы, когда человек находится в предтриповом состоянии, как это понять, как я уже говорил, это тот момент, когда ты ощущение такое, что ты находишься между двух миров. Есть как бы вообще несколько миров на самом деле, я не знаю сколько. Но здесь именно мы берем только как бы тот факт, что ты вот находишься вот в настоящем, в реальном мире, и мухомор тебя собирается в другой мир. Может, он забрать и в 100 разных миров, я этого не знаю. Суть в том, что он забирает в тебя свой мир. Вот, мухомор. Вот. И вот когда он начинает тебя забирать, ты это чувствуешь. Это можно и даже с алкоголем сравнивать. То есть вот ты теряешь как бы контроль, да? То есть, по сути, ты уже как бы входишь в другой мир. То есть, твое тело как бы уже в другом мире. Так, в переносном смысле, если так рассуждать. Здесь то же самое, но уже более так конкретно и ясно дает знать о том, что как бы ты уходишь в другую реальность. Здесь более сильные галлюцинации, более сильные чувства. Ощущение. Оно похоже на алкогольное опьянение, но это лишь в начале. Дальше все идет посерьезней и интересней, чем при алкоголе. Но и сложнее, соответственно. Вот. Значит, это вот я видел, вот просто смотрю на вещь и вот вижу, как мерцает она. То есть передо мной будто бы открывается, да, реальность другая. Хочет открыться, она не открывается, она хочет, то есть мерцает, слайды, вот отправляет мне вот так, то есть по-разному, то и сторону, то вот снизу, вверх, непонятно, в общем. Ты видишь картинку, вот допустим, перед тобой какой-то телевизор, да, и она мерцает как бы. И ты сам понимаешь, что вот, то есть начинаются эти глюки. Но это еще далеко до трипа, ребятки. Это псев, это не псев уж, блин. Это как бы частичная галлюцинация, неполная. Она не дает играть полную картинку, потому что эффект еще не достигнут. Тот эффект, который нужен достигнуть, еще его нету, он не пришел. И может и не придет, если ты принял недостаточно, он может не прийти. Вот. Поэтому вот не все люди грамотно к этому подходят, и некоторые получают такой этот полутрип, или так сказать, как предтрип. И потом они начинают рассказывать, вот я прошел трип, там вот это оказалось несложно, и все такое. Я решил там какие-то свои психологические проблемы, все классно, very good. Но на самом деле, как бы это не было, это вот так, и чисто от неграмотности вот этих людей, блогеров там беспонтовых. Люди думают, что
Трип – это классная вещь, и его легко пройти. Спешу вас огорчить, ребята. Настоящий трип – это серьезное испытание духа, души и тела в организме. И вам придется немало своей, так сказать, жизненной энергии отдать мухомору, чтобы пройти через все это и испытать на себе. Это очень дорого обходится. Недешево, поймите. Это вам не алкоголь. Здесь все интереснее и дороже. Вот. Дальше, что мы еще берем? Так, дальше. Вот где горе-блогеры то, что путают. Вот. Псевдотрип. Там большинство людям, короче, трип начинается настоящий только от 10 грамм сушеных красных мухоморов. То есть большие дозировки довольно-таки. В маленьких невозможно увидеть трип настоящий. Все зависит от человека. Ладно. И вот. И меня как бы разрывало на два мира, то есть я видел псевдоглюки, демоглюки, частичные, и разные ощущения, то что вокруг меня все мерцает, у меня аж начало дрожание рук, подергивание, то есть оп, я смотрю на эту руку, эта рука дергается, оп, эта рука, оп, ноги дергаются, и сам я там ощущал себя там, то что я стал там лежа, ощущал себя частью кровати, я не мог от нее оторваться. На улице ходил там, да? Сходил там, погулял. Но люди особо у нас не заметили ничего. Потому что как бы у нас пьяные люди особо от трезвых не отличаются. Реалии России. Вот. И поэтому, в принципе, от обычных людей я мало чем отличался. Потому что родина алкашей, она такая вот чудесная страна, где ты можешь ходить под любыми веществами. И спокойно можешь сказать, да я просто выпил водочки, и все. Ну ладно, чё. Дальше идем. Ходил на улице, тупил, да? Вместо одного магазина пошел в три. А, надо было зайти в один магазин и еще потом зайти в другой быстренько закупиться и уйти. Я пришел домой, смотрю, и начал искать несуществующий пакет второй, блядь. Пикет, да. Вот глюкануло. Еще я не забоялся собаки. Большую собаку увидел, давай ее гладить, там позвал, там хотел сфоткаться, короче. Люди боятся эту собаку, а я спокойно гладил, не чувствовал ни страха, ничего. Да. Хотел сфоткаться, но так и не успел. Ну ладно. В общем так. Весело было. И потом резко клонить начало ко сну. Ну, в общем, мой трип прошел так, что я включил защиту, но это было неосознанно. Я не осознавал, потом только осознал. Мухомор решил, как сделать. Я опьянел, значит, сильно. Потом предтриповое состояние было такое. И он увидел, что я сопротивляюсь, и начал загонять меня в сон. Вот. А во сне я как человек, как бы он слабый. Он не подчиняется уже, он не может сопротивляться. И во сне он уже решил меня загнать в трип. В трип через осознанный сон, через видение. То есть, в принципе, там были видения тоже, и был осознанный сон. И еще было потом... В общем, когда я проснулся еще ночью, у меня было какое-то... Более совершенное, не совершенное, какое-то магическое зрение. В кроваво таком, кроваво-багровом таких оттенках и очертаниях магических. Я видел в темноте свою комнату. Таких кровавых, темных, немного страшноватых оттенках, как в видеоиграх же есть таких жестоких, кровожадных таких демонов всяких. Вот таких же оттенках я видел свою комнату. Но ничего страшного, как бы я не забоялся, мне только интересно стало, наоборот. Было очень интересно.
Что хочу еще сказать, вот те ощущения, но то, что твое тело будто бы хочет забрать в другой мир, мухомор. Да, мухомор тебя забирает, путает. Вот. И если ты более-менее сильный, как я, и у тебя есть защита такая же, включится, ты, в принципе, на ногах бодрствуя, ты как бы не будешь треповать там и творить, ну, что-то такое сумасшествие. И если ты ляжешь спать, у тебя прямо вот этот момент, кстати, когда я лег спать, закрыл глаза, меня просто все взбудоражило, меня просто раскидало на части, просто мой мозг разобрало. Кто-то просто разобрал мой мозг на части и перепутал все мое сознание, вот эти моменты, все чувства, именно вот эти вот самые, как сказать, все галлюцинации, как бы все психоактивные свойства, мощь мухомора именно, то, что я должен был испытать до этого, я не испытывал и как бы задерживал, да, временно отстранял это событие. Оно вот таким вот приливом, сильным ударом, просто в один момент просто тебя полностью разбирает на части, просто путает твое полностью сознание, твой мозг, он просто вскипает, и ты ничего не можешь сделать. Все, ты полностью обессилен и находишься под влиянием мухомора. Мухомор свою задачу выполнил. Ты обессилен. Ты полностью находишься под влиянием мухомора. Ты видишь, ты существуешь только в мире мухомора. Все. Ты можешь испытать что угодно. Но ты уже не будешь находиться в трезвом, здравом уме в этом состоянии. В ближайшее время ты будешь нетрезвый и неадекватный. Вот. Я уснул, и потом начались видения. Я видел осознанные сны, где я был грибом, представляете? Я был грибом и где-то жил в корнях там, выполнял какие-то задачи. Мне ставили задачи, будто бы какой-то килограмм мухоморов нужно было найти. Нужно было соединиться с другими мухоморами, представляете? Нужно было найти муссы, мол, психоактивное вещество мухомора много. Нужно было как-то через корни, через мицелии, вот эти вот всякие грибницы, поры, нужно было как-то связаться с другими мухоморами, войти в мухоморное сообщество. Я себя осознавал, я чувствовал себя каким-то грибом, каким-то могущественным мухомором. Я не могу это описать. Я даже не помню всего этого точно. Я не знаю почему, к сожалению. Очень плохо. И я там, короче, ползал. Я двигался по этим мухоморным корням. Это было странно. Что дальше? Я выполнял задание. Выполнял задание. Потом ко мне пришло какое-то осознание, что это, если это другой мир, я вошел в этот другой мир, и он более реальный, более интересный. Если, что если я могу управлять в этом мире другими людьми? Что если я могу управлять в этом мире другими людьми? Я решил проверить эту информацию. Я начал искать правду. Мне пришла мысль, как бы зайти, войти в другого человека или передать информацию через грибы, чтобы другой человек ко мне пришел и сказал то, что я хочу услышать, то, что я отправил. То есть через своих близких людей я хотел войти в них прямо, то есть я в них буквально входил внутрь и передавал информацию, чтобы они ко мне пришли в комнату и передали такую-то информацию. Представляете? Я буквально связывался с другими грибами, там интересовался у них, как что сделать. Я просил другие грибы, другие существа помочь мне передать информацию через людей, то есть через свое сознание, когда я находился во сне. Я хотел осуществить контроль над другими людьми. Вот.
Я передавал, я это делал, я все это видел. То есть я реально видел часть, находясь в своей комнате, то есть во сне, я видел часть происходящего где-то за стенами. Это была часть реальности. То есть я, как я понял, я съел еще недостаточно грибов, чтобы полностью войти в другой мир. Это было лишь, знаете как, лишь часть того мира, куда я должен был войти более глубже. То есть войти в другой мир можно по-разному. То есть это как глубина. Различная глубина существует. И чтобы узнать ту или иную информацию, чтобы познать что-то, чтобы узнать, допустим, чтобы вылечиться, чтобы решить какую-то проблему, как свою, нужно войти на свой нужный уровень. Уровень глубины, он разный у каждой проблемы. Вот. Но на низкой глубине ты не решишь большинство проблем. Нужно входить примерно в среднюю глубину. А это уже начало от 10 грамм мухоморов и выше. Все, что ниже 10 грамма, это только начало, в общем. Вот. Ну и что? Потом я как бы проверял это, и я понял. Я понял, что это, короче, неправда, что это глюки, что это нереальный мир. То есть я это осознал и разбил. Сам просто взял, как будто вот реально вот смотрел я на это, и буквально мой весь экран, которого я видел, весь треснул. Я разбил все это, я понял. Потому что я осознал тот момент, то, что если этот мир, он не такой, как я хочу, он, ну, нереальный, и он не работает так, как я хочу, значит, он мне не нужен. И все. Все мои основные видения после этого прекратились. Я встал, пошел в туалет, и все как бы лег. И все. На этом все основные глюки, осознанные сны, видения прекратились. Я осознал. То есть мухомор, смотрите, он хочет вас проверить. Он вам дает. Вообще любой психоделический препарат, он дает вам галлюцинации, которые вы должны осознавать, что это нереально. И здесь то же самое. Задача человека осознать, если вы адекватный, здравый человек, вы должны осознавать, что перед вами галлюцинация, нереальность. Вы должны контролировать этот момент. Вы должны контролировать себя, как вам нужно. Вы должны осознавать, разбить, если вам это не нужно. Если вы видите конячий бред, просто уберите это со своего воображения, со своего взгляда, со своего зрения, и все. Вот этим и отличается. Этим и отличается здравый, нормальный, психологически адекватный человек, тренированный именно уже, который понимает жизнь. Он сможет различить галлюцинации от реальной жизни.